дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Соціальними мережами зараз не користуються хіба що одиниці. А як же зробити так, аби ваше користування приносило вам користь? Саме це знає Ольга Медведєва, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Викладачка діджитал-маркетингу, письменниця і журналістка. А Оля, дуже рада бачити тебе сьогодні в нашій студії. Як завжди гарна і, як завжди, знаєш, що робити. Дякую, спасибо. У цьому житті. Так, ми говоримо зараз про соціальні мережі, про те, що люди там, в них сидять більшість, так? Вони щось намагаються зробити для того, щоб бути корисними, так? Для того, щоб, можливо, заробляти гроші, просувати свій товар і багато ще чого. І скажи, будь ласка, чи можна це робити без фінансових вкладень? Да, на сегодняшний день все массово пошли в интернет. Сейчас у всех есть сайты, все хотят их продвигать, все хотят продавать свои товары и услуги. Это правильно, это мудро. Но на сегодняшний день продавать свои товары и услуги без рекламы, без финансовых вложений невозможно. Потому что рынок товаров и услуг перенасыщен. Не только наш внешний рынок, но и рынок в интернете. Угу. То есть за клиента приходится бороться. Так. Всіми силами. А дивись, як виходить, що рекламу ж пускають теж майже всі, ну багато, більшість, так? Як зробити так, щоб саме ваша реклама спрацювала? Бо зараз вже зворотня реакція йде в людей, бачачи рекламу, люди просто починають відкидати все це, пропускають. І не хочуть це бачити, перенасичення. Надо понимать четко свою нишу, что мы рекламируем, на кого мы ориентированы, и запускать микротаргетинг. То есть сейчас нельзя продавать все всем, как это было раньше. Если 30 лет назад у нас очереди за сапогами стояли, да, помним, из нашего детства, из жизни наших мам и бабушек, то сейчас просто за руки, за ноги хватают продавцы в магазинах, и очень большая реклама происходит в интернете на любой товар, на любую услугу. И поэтому рекламировать те же, допустим, самые сапоги, нужно на четкую сегментированную целевую аудиторию. Либо это женская обувь, женские сапоги зимние, либо это мужские сапоги, либо это детская обувь, либо это обувь для гламурных леди, которые любят что-то такое эдакое. И, естественно, цена будет ценник гораздо выше за такое вот эдакое. Нельзя продать всем этим категориям людей сразу все. Потому что у каждого есть свой вкус, свой интерес, свои пристрастия, убеждения, и все это надо нам в рекламе учитывать. І без цього ніяк. Так. Ну, спочатку, що треба зробити? Вивчити ринок? От які твої рекомендації? В першу чергу, зрозуміти свою цільову аудиторію. Що ми хочемо продати? Кому ми хочемо продати? І де ми хочемо продати? Тобто продавати в інтернеті, це вже не працює. Тобто треба чітко вибрати ще й свою площадку для продажі. Тобто в даному випадку, зараз дуже модний і популярний інструмент – це Інстаграм. Всі продають в Інстаграмі. Он тоже очень перенасыщен, и поэтому там занять свою нишу тоже сложно. О нем, я думаю, мы тоже поговорим. Так, звичайно. Да, дивись, Оль, а в чому різниця? От таргетована і контекстна реклама. От скажи, будь ласка, яка різниця? І що тут і як в цьому питанні? Да, хороший вопрос, гарне питання. Дело в том, что люди обращаются ко мне как к специалисту по рекламе, а запусти рекламу. И они не понимают, что есть разные виды рекламы, и, собственно, разные площадки. И вот я сейчас и сейчас, и вообще клиентам рассказываю, что таргетированная реклама, она работает в соцсетях. У нас сейчас вот две основные соцсети на Украине, это Facebook и Instagram. И, естественно, человек, который сидит в соцсети, он смотрит фотографии там, своих подруг на море, выкладывает фотографии своих детей. То есть это такой вот релакс. Люди отдыхают, и в данный конкретный момент, когда они просматривают ленту в телефоне, они вот совсем не хотят покупать эти пресловутые сапоги. Та для чого ті чоботи? Ну, справді, людина налаштована зовсім на отдых, на емоції, Новий год, так. Ну, якраз таки, от таргетирована реклама дуже плотненько ось так ось йде і показує, що таки, так, купи сапоги, вони тобі потрібні. А от скажу, це діє? Насправді, соціологи вже скільки років намагалися вивчити це питання і насправді кажуть, що на людину такі от вкраплені діють трошки. Вона щось там отримала, десь відклалося, через деякий час ще дозовано. Да, дозовано. І отак от якось вона собі складає вже враження, що нібито вона, ніби хоче вже ці чоботи купити. Формується ось такий ось спрос. Підсознательно, так.
скажем так, нельзя ожидать, что один показ рекламы сразу вам поток клиентов, в общем-то, такой большой, огромный, выстроит. То есть, да, надо вот постоянно, постоянно вода камень точит, постепенно вызывать интерес у клиента, вызывать вот эту вот потребность приобрести этот товар или услугу, постоянно о нем рассказывать, постоянно быть на виду. Вот это вот как раз-таки таргетированная реклама, ненавязчивая. А ты знаешь, а есть контекстная. Дуже часто трапляються ось такі продавці, ну, називаємо цих людей продавцями, так? Вони ж все одно продають, які настільки часто з цими чоботами, ну, вже раз взяли на ці чоботи, так, за приклад, настільки вже часто ці чоботи з'являються, що виходить, що багато, занадто, вже не хочеться їх бачити, вже хочеться просто звільнитися від тієї людини, яка тобі постійно пропонує ті чоботи. От як ти вважаєш, де ота межа, де міра? От треба знати цю міру. І цю рекламу зробити інтересною, познавательною, різнообразною, щоб не викликати у потенціальних клієнтів відторження. Це теж дуже важливо. Вот. И, скажем так, использовать только один метод таргетированной рекламы, как панацею от всех бед, невозможно. Есть еще другие инструменты. Вот в частности, своим рекламодателям я рекомендую еще рассмотреть контекстную рекламу. То есть в данном случае, чем она хороша? То есть здесь уже человек понял, что у него есть четкая потребность и желание приобрести эти сапоги. И вот волевым движением он заходит в поисковик и вбивает там «купить сапоги там недорого» или «дорого» в Днепре. И вот когда вот этот запрос сформирован, как раз-таки выходит наше рекламное объявление. То есть здесь уже четко сформированная, сегментированная наша целевая аудитория, которая готова покупать. Тільки треба, скажімо так, з ними правильно працювати. Це ж краще, тому що тут немає зайвих людей. Тут якраз по твоїй справі звертаються. Тут ти продаєш, будь ласка, ось тобі чоботи, які хочеш. Так, але не все так просто. Понимаєте, що реклама в Гуглі, вона от в рази дороже почему-то получається. И тому есть определенные причины. И поэтому люди пытаются, естественно, найти возможные лазейки, используют разные методы, инструменты рекламы, привлечения клиентов. Но это вот такие вот основные платные белые инструменты, которые 100% дают результат. Дають результат, так? Так, звісно. Ну, треба ж, мабуть, пробувати, якщо ти хочеш справді в цій справі розвиватися, треба пробувати і там, і тут, і ще десь. На різних площадках, так, експериментувати з контентом, експериментувати з фото, з відео, давати якісь полезні совети, бути цікавим своїй цільовій аудиторії. Звісно, постійно мінятися. Ну, так, працювати над собою потрібно завжди, так? Для того, щоб бути цікавим нам усім. Але ж от дивися, от, наприклад, ти щось там багато пишеш, так? Вже помічено, що люди затримуються на декілька секунд і все. Тобто вони довго читати якісь тексти чи в контексті не будуть вони цього робити, воно десь там проходить і все. От як ти рекомендуєш, на чому треба зосередитись і що ж такого треба показати, бо зараз бачили вже, мабуть, усе. Щоб звернути на себе увагу, звісно ж. На себе увагу в даному случаї як личний бренд, як личність, або ж при продажі товару. Все, що завгодно може бути. Чи це товар, чи це, можливо, послуга якась. Ну, тобто на те, що ви продаєте і маєте на увазі, от на це звернути увагу. Є маса інструментів. Допустим, поговорити о болі клієнтів. То есть это всегда работает. То есть вот есть у клиента какая-то проблема, а мы со своим товаром и услугой решим эту проблему. Вот это работает. Допустим, если говорить о той же обуви, мы ее взяли как пример для начала, почему мы покупаем именно эту обувь? Допустим, эта обувь будет служить вам долго. Допустим, если это обувь для ребенка, то она, ее хватит на несколько сезонов. Да? Особенно мамы мальчиков это оценят. Если же это дорогая какая-то обувь, то, естественно, она будет эксклюзивной изюминкой вашего гардероба. Она привлечет там внимание, создаст совершенный образ и так далее. То есть либо боль, либо какая-то эксклюзивность должна быть. Очень хорошо работает показать ценность этого товара, этой услуги.
для этого клиента, либо как долго эксклюзивный дизайнер создавал эскиз этой модели, как долго он обрабатывал эту кожу. Эта кожа там, допустим, где-то там в Испании выращивалась на каких-то там альпийских лугах. То есть создать целую легенду. Ты знаешь, Оля, вже настільки, вже чесно, подеколи тошнить уже, ну правда. Від того, що десь там альпійські трапляються, альпійське повітря там, чи не знаю, там хмарки десь звідти, так? Але ж, ну, зрозуміло, що ну, насправді це ж не так. І просто якісь легенди, цим вже зараз мало кого купиш. Маркетологи извращаються, як можуть, щоб люди проголосували своїм кошельком. Є таке діло. Ну, як ти думаєш, це не занадто? Ну, може, треба бути просто щирішим і писати те, так, як є, без всяких там прикрас? Я думаю, що треба пробувати все. То есть в интернет-маркетинге нет вот такой вот четкой библии, как надо поступать. Если алгебра, там, геометрия, эти науки складывались тысячелетиями, и мы четко знаем, что 2 плюс 2 будет сколько-то, да? А в данном случае мы не знаем, какой результат, и мы постоянно экспериментируем. Постоянно меняются поисковые алгоритмы. То есть все очень скользко, все в стадии становления. Постоянно все меняется. И вот в этом постоянно меняющемся ритме нам приходится вот жить, взаимодействовать и наслаждаться жизнью. Вот знаешь, я бы сказала, что это такое лавирование, потому что ты постоянно не можешь найти себе четкой позиции, ну и она не потрібна тут. Треба шукати, увесь час бути в пошуку, тому що змінюється насправді суспільство, змінюються ті ж самі мережі. Якщо спочатку це був один контент, то він може змінитися за деякий час. Да. Так? Через півроку ти вже бачиш інших людей, які цікавляться зовсім іншим. Не те, що тобі потрібно зараз, саме да. тут. Да. Так? І тому треба налаштовуватися якимось чином, дивитися, шукати, вивчати. Але ж для цього потрібно багато часу. От треба, щоб ти сам це робив, чи можливо краще було б винайняти тих спеціалістів, фахівців, які вже конкретно, ціленаправлено будуть працювати над твоєю проблемою і задачею? Вот это тоже очень хороший вопрос. Дело в том, что приходят рекламодатели ко мне за советами, за рекомендациями, говорят, ну это же объем очень большой, сделать это все самостоятельно. Я говорю, да, надо нанимать специалистов, но понимать вот эти механизмы вы должны сами. Как что работает, как что взаимодействует, что откуда берется, куда исчезает. Потому что специалисты бывают разные. То есть нет таких специалистов на сегодняшний день, которые бы показали корочку какого-то университета важного, и, собственно, это было бы залогом их профессиональной пригодности. То есть есть портфолио, есть какие-то кейсы, есть какие-то наработки, и все зависит от того, как этот, скажем так, маркетолог, рекламист продаст себя. Все зависит от того, насколько он, скажем так, умеет владеть разговорным жанром, умеет убедить клиента, показать свой профессионализм. А ми говорили з тобою з приводу Інстаграму, так? І вирішили залишити вже наостанок це питання. Так от, багато хто зараз працює там, і багато хто в цих мережах знаходиться. Ну, ти скажи, будь ласка, наскільки взагалі людині це важливо, так? Чи потрібен саме Інстаграм? Можливо, треба змінити свій погляд? Для продаж Інстаграм? Ілі просто? Щоб продати якийсь товар чи послугу, так? Ми ж про це говоримо. Да, це важливо. Ну, Инстаграм на сегодняшний день – это тренд. Вот все должны быть в Инстаграме. Все почему-то должны продавать через Инстаграм. Потому что это хорошо, потому что это очень престижно. Все об этом слышали. И, собственно, на сегодняшний день это в большей мере это миф. Потому что, да, естественно, есть успешные инстаграмщики, инстаграмщицы в основном, но большинство людей, скажем так, начали этим заниматься вот только сейчас. Естественно, у них результаты не такие хорошие, как у тех людей, которые начали заниматься этим вчера, позавчера. Вот. И надо понимать, опять же, какой сегмент, какая ваша целевая аудитория. Потому что, когда ко мне приходит дама, которая занимается крышами, кровлей и так далее, то однозначно ей в Инстаграме делать нечего.
Потому что Инстаграм – это в первую очередь красивые, яркие картинки, яркая жизнь. Это наша иллюзия, наша мечта, но никак не какая-то суровая реальность. Ну, можливо, вот. И дах можно так показать, что люди захочуть себе зробити на такие яскраві картинки. Да, да, но… Будинок мрії с таким дахом. Но не то. Я так думаю, дах в первую очередь поедет у рекламистов, когда вот, да, придется все это вот воссоздать. То есть для крыш, для кровли, конечно, будет хорош тот же самый вот контекст в Гугле. Вот тогда да, когда человек четко заходит с таким посылом, тогда будет работать. А Инстаграм – это больше вот такая женская сеть для красивой жизни. Там хорошо продается косметика, бижутерия, одежда. То, что можно вот красиво сфотографировать, сделать видео. И да, да, это недорого. Ключевой момент. Ну, ти кажеш от про контекст, так, про той текст, який повинен бути, так? Да. Короткий, можливо, важливий. І щоб там була саме та інформація, яку ви хочете закинути, так? Тобто, як же її складати, той текст, ту інформацію, і як звертати увагу людей, які не звикли читати багато в Інстаграмі, наприклад? Да, дело в том, что сейчас такое поколение, которое не любит читать, читает по диагонали, либо вообще не умеет читать. Поэтому в данном случае работает картинка. А текст нужен и хорош тогда, когда нам надо что-то продвигать. Чтобы не только люди, скажем, прочитали и увидели, но и поисковые роботы проиндексировали этот текст. Тогда мы снабжаем этот текст ключевыми словами, ключевыми запросами. Вот есть очень много формул продающих текстов, нержавеющих текстов. Да, не буду тратить время рассказывать, что это такое. Кому интересно, на уроках расскажу. И да, создаются такие тексты, которые помогают продавать, которые создают всю эту образную яркую картинку. Но, естественно, без фото, без видео наш контент, он не будет целостным и полным. Тобто треба наситити і ще і картинкою обов'язково. Ну, звісно ж, Інстаграм для того і створений, щоб люди могли картинкою спочатку зацікавитися, а потім далі вже там підпис. Кому цікаво, той може підпис почитати, так? Яркий, ёмкий заголовок, який привлекає увагу, потім призив к дійстві, даби сподвигнути на якесь дійство, купити щось. Так, але ж треба якось, мабуть, хитрішим бути зараз, не казати «купіть», бо ніхто ж не купить. Вже такі… Так, зразу «купіть» не треба говорити. Прямі такі заклики, вони не працюють, і я думаю, що і раніше вони дуже працювали, але якось іще, можливо, було менше всього цього, а зараз треба вже виділятися, треба бути особливим. З приводу особистого бренду, ну, таке буде останнє питання, для чого його треба створювати, чи він потрібен? Взагалі, якщо ви особливо чимось займаєтесь таким, що відрізняє вас від інших? Да, и вот в данном случае на помощь нам в наших продажах товаров, услуг приходит личный бренд. Кто-то его называет личностным брендом, в зависимости от перевода. И в данном случае человек показывает свою экспертность, человек показывает в социальных сетях свою жизнь. И мы постепенно наблюдаем за ним, сопереживаем ему, соглашаемся, не соглашаемся. И мы становимся как бы сопричастны его жизни. И когда такой человек нам рассказывает о своей работе, о том, чем он купил себе, куда он съездил, сходил. Мы понимаем, что да, это вот такая информация, не навязанная нам извне, а как от доброй подруги или друга. И мы вот уже так вот гораздо лояльнее ее воспринимаем. И поэтому вот личный бренд – это один из таких вот краеугольных камней, который помогает нам в наших, извините, продажах. А хитро, бачиш, як ти підмітила. Олечка, я дуже дякую тобі. Справді, інформація була важлива, вона зараз потрібна, актуальна, бо ми живемо в цей час. В час інтернету, в час соціальних мереж. Ми з цим працюємо, живемо. І кожного дня, мабуть, ну, чи може не кожного дня, хто як, але ж все одно ми туди заглядаємо. Тому ця інформація твоя сьогодні була дуже цінною. Дякую тобі, дякую, що прийшла сьогодні до нас. От, сподіваюся, що не в останнє, ще будеш приходити до нас в гості, так? Обов'язково. Спасибо большое. Так, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.